мечты. Всем привет. Это Delta Dance Camp, и сегодня у нас какое число? 28 ноября. Сегодня у нас 28 ноября, да, и так, ну, год, век, столетие, тысячелетие, понятно, да. И сегодня у нас очень радостное событие. У нас есть победитель. У нас есть победитель розыгрыша на рюкзак с логотипом Дельта. Победитель у нас Алина Федосова. Аплодисменты. Вот, и Алина, мы тебя поздравляем. Торжественное, да, торжественное вручение рюкзака. Вот. Получай, это рюкзак твой. Спасибо. Так, какие твои впечатления от рюкзака? Да, как ты вообще о конкурсе? Я очень рада, то, что я выиграла. Так, ты хотела, да? Да. Ты настраивалась на это всеми силами, настраивала всех своих родных и близких. Но получилось так, что выиграла именно ты. Усилия 100 тысяч родственников не понадобились. Ты сама справилась со всем, ты молодец. Ну, что можно сказать? Еще раз поздравления, да, аплодисменты. Часто поздравляю. Аплодисменты. Да, вот, в общем, мы тебя поздравляем еще раз. Желаем всем участвовать в конкурсах, потому что все реально, можно все выиграть, да? Да. Как бы вполне реально участвовать. Участвуйте, надейтесь на лучшее, на победу, и все будет отлично, все будет замечательно. Отдыхайте вместе с нами в Delta Dance Camp. Занимайтесь в Delta. Принимайте участие, выиграйте вот такие, Алина, повыше, подними, пожалуйста, покажи этот крутой рюкзак. Да, это вот такие крутые рюкзаки. Выигрывайте и другие всякие призы. Всем пока-пока. Следите за нами. Да, следите за нами. Лайк и репост. Всем пока-пока. Всем всего хорошего. Вот такой у нас крутой рюкзак.